Слушайте, пришел я сюда и пришалил. Продаются апартаменты. Привет, привет, ребята. Город Сан-Ремо. Наш любимый кондоминиум. Джардин дель Соле. А продаются на третьем этаже апартаменты. 90 метров квадратных. Две спальные комнаты. Блин, ну, как, посмотрите, представляете? Какая красота. Ручная работа, дерево, мне прям не хочу снимать ничего, кроме балдеть, я такого вообще просто. Так, соберись. Привет, друзья, город Сан-Ремо. Продаются трехкомнатные апартаменты с большой террасой, с панорамным видом на море, в кондоминиуме с бассейном. Также к квартире предоставляется двойной гараж, очень огромный просторный гараж. Это у нас зал с кухней, также с выходом на террасу. Она, видите, закрыта, то есть зимой можно всегда покушать. Открываете эту часть окна и наблюдаете за яхтами, морем, машинами. Так, это у нас... Тихо. Съемка идет. Так, это у нас кухня небольшая. Кондоминиум в год где-то 2400 евро. Ванная комната с душевой кабиной. Как вы видели, здесь можно поставить, как и другие апартаменты, можно поставить кондиционер. Здесь еще одна спальная комната, то есть две спальные комнаты, зал. Ну-ка, у нас какой вид лежа будет? Прям замечательный вид лежа. Также терраса. Выход на террасу. Сегодня немножко у нас облачка прибежали. В конце концов, декабрь уже, пора и честь знать. Зима потихонечку приходит. Было сегодня плюс 10. Сейчас, конечно, повыше станет, но уже не как 22 недели назад. И вторая ванная комната. Стоимость и другую информацию вы можете посмотреть на нашем сайте azarov.ru. У нас только не только эти объявления, еще и другие. Сейчас в конце ролика можете посмотреть, перейти на другие наши объявления. А их около уже 1000 с чем-то. То есть бесконечно. Можете оставаться на нашем канале YouTube. Гараж сказал. Так, бассейн. Пойдемте, наверное, снимем еще бассейн. Как бы стараюсь каждому ролику этот бассейн показать и парк. Можно даже парк показать. Так, ключики я заберу.
сейчас пойдем посмотрим. Парк и бассейн. Здесь у нас бассейн. В данном апартаменту также предлагаются шезлонги, там койко-места. Ну вот, и еще здесь есть парк. Он находится в дальней части данного кондоминиума. Ну, по крайней мере, там можно с детьми поиграть. Вот такой вот кусочек земельного участка у данного кондоминиума. На этом я с вами откланиваюсь. Идем дальше. Не переключаем канал. Всего хорошего. Спасибо за лайки. Пока.